для демонстрации использования Fusion таблиц используем уже заготовленную таблицу от 29 января этого года. Это было занятие перед семестром, перед сессией. И все оценки, которые здесь записаны, они все получены 29 января. Там было одновременно и решение задач в аудитории, и Hangout. Номера задач здесь не указаны, к сожалению. Значит, мы хотим теперь использовать таблицу Fusion. Но там указано, что нам нужны только две колонки. Чтобы сделать две колонки без использования скриптов, проведем такую операцию. Добавим, нажав снизу плюсик, еще один лист, в который скопируем колонку, кого оцениваем, нажав на название колонки B, когда выделяется вся колонка. Копируем и вставляем в лист B. Вставить. Можно ее сделать пошире. И скопируем лист. Кто оценивает? Копия. Пейст. Если у вас используется не домен, а публичные аккаунты, то вместо адресов электронной почты тех, кто заполняет форму, придется участникам этого оценивания вписывать каждый раз свое имя. Может быть, это несложно сделать, скопировав один раз свое имя и вставляя при оценивании разных докладчиков. Ну, видно, что сама таблица, которая здесь, она необозрима глазом. Количество 306 ячеек. Посмотреть все оценки – это нереально. И посмотреть, кто как участвовал, активность участников. Создать. И здесь пункт «Еще». Сводная таблица. Выбираем таблицу Google. И здесь она предложит все таблицы, которые у нас есть. Наша первая таблица. Ну и она предложит сейчас два листа этой таблицы. Первый лист, из которого мы копировали, а второй лист, который мы создали из двух колонок. Вот нам нужен лист 4, там было еще три листа, которые я удалял. Две колонки у нас теперь есть. Next. И выбираем теперь добавить график. Автоматически добавляется график, который показывает нам связи, существующие в этих колонках. Мы можем развести тех, здесь видно по тому, что желтые кружочки – это у нас адреса электронной почты, то есть кто оценивал, а синие – это адреса тех, кого оценивали. Потом эту таблицу можно скопировать. Либо с помощью HTML-кода, либо с помощью ссылки. Можно оставить желтые, синие кружочки и даже добавить здесь еще и указание связи. Указание связи, правда, не в нашу сторону. У нас связи получились так от того, кто оценивает, к тому, кого оценивает. И второе, что надо сказать, значит, можно для слежения за активностью разных участников, вот, скажем, этот товарищ с такой почтой всего-то 5 оценил. И таких очень легко есть найти. Дмитрий Садков тоже. Интересно, кто Садкова оценил.
Петрович, Петков вот Садков. А его так все оценили. Для того, чтобы построить график, то есть теперь, чтобы выставить оценки, все равно что-то таблицу нам не разобраться. Для того, чтобы выставить сами оценки, надо переформатировать данные и составить отчет в виде сводной таблицы. Первую строку добавим поле, кого оцениваем. Это будет список группы. Второй столбец. Значение. Добавить поле оценка. И выбрать здесь не сумму, а среднюю оценку. Average. И округлить. Но эта группа была, которая перед экзаменом готовила себе к экзамену. Это не оценивание самих задач, поскольку даже номеров задач не было. Поэтому такое гуманное отношение друг к другу, на основании которого здесь ничего нельзя сделать. С этой таблицей тоже можно делать что угодно. Можно ее копировать, менять настройки и так далее.